Друзья, добрый день! Вы находитесь на канале Red Fox Outdoor. Меня зовут Алексей Вавилин. И сегодня мы будем разговаривать об финском бренде Halti. И первое, что хотелось бы сказать, бренд финский, как вы уже поняли, из страны Елупуки. И все финны, ну, они живут на севере, они знают, что такое холод, и они знают, как сделать так, чтобы в холодных условиях было комфортно. И поэтому сегодня мы разговариваем про ботинки. И первый ботинок, о котором хочется поведать, это ботинок Igor DX AG. Да, вы не ослышались. Igor. Это Игорек. Верх ботинка выполнен на тканевой основе с усилением из полиуретана, что дает всем знакомую спортивную, но в то же время очень комфортную трекинговую посадку ноги внутри ботинка. Ботинок сам по себе не обладает отдельным утеплителем, но у него есть специальная утепляющая подкладка, которая в сочетании с мембраной DryMax позволяет использовать этот ботинок очень комфортно. При среднестатистической европейской зиме. То есть это та зима, когда температура воздуха не опускается ниже 10 градусов. Ну вот где-то минус 10 градусов в них будет очень комфортно. Дальше, или если вы хотите еще больше комфорта, вам нужно подобрать правильный носок. А про правильные носки мы уже рассказывали. Ссылочка будет и напоминание либо вот здесь, либо вот здесь. Проходите, смотрите, вспоминайте. Вернемся к нашему Игорьку. Про верх поговорили, про внутренности поговорили. Самое главное – подошва. Подошва сделана фирмой Vibram специально для Halti. По технологии Vibram Arctic Grip. Это легко заметить. Специальные вставки с голубенькими точечками. Что это говорит? Это говорит о том, что ботинок будет абсолютно не скользючим. И подскользнуться в таком ботинке на ледянистой, абсолютно ледянистой поверхности будет очень тяжело. Очень комфортный ботинок. И как все ботинки, забегая вперед, как все модели ботинок фирмы Halti, он достаточно легкий. Все. Еще одна модель для европейской зимы, Travis Mid DX, обладает абсолютно модным внешним видом, который подходит не только под спортивную одежду, но и под цивильную одежду. Опять же, то же самое, как и в предыдущей модели. Нет здесь специального утеплителя, но утепляющая подкладка и мембрана DryMax дает великолепно себя чувствовать при температурах до минус 10. Верх ботинка выполнен из синтетического нубука с усилением носка и пятки, что дает повышенную износостойкость ботинку в течение всего срока службы. Ну а самая главная и интересная особенность конкретно этой модели – это то, что подошва сделана в сотрудничестве с фирмой Michelin. А это значит, что эта подошва себя будет вести как самые лучшие зимние шины-липучки от бренда Michelin. Ну, практически у вас появляются свои колеса на ногах. Ботинок также обладает малым весом и комфортной посадкой на ноге. Среди моделей для девушек особенно хочется отметить ботинок Polar DX, который выглядит как низкий сапожок. Но особенность этого ботинка заключается также и в том, что в нем сочетаются два материала. Носок выполнен из кожи, что повышает его долговечность и износостойкость. Задняя часть ботинка выполнена из войлока, которая делает нахождение в ботинке очень комфортным и мягким. Нежно обхватывая ахилл и пяточку. Ботинок сидит плотно, мягко и, не побоюсь еще раз сказать это слово, комфортно. А для женской, дамской ноги это очень важно. Верх ботинка выполнен из специального искусственного меха, который препятствует попаданию холодного воздуха вовнутрь. Ботинок имеет утепляющую подкладку, которая в сочетании вместе с материалом Tinsulate дает возможность использовать этот ботинок в широком температурном диапазоне от минус 5 до минус 20. Ботинок легкий, приятный на ощупь, как дамская ножка. Подошва ботинка сделана из специального материала, разработанного фирмой Halti, специально для использования при низких температурах. Как вы видите, она достаточно плоская, что предполагает использование этого ботинка в городских условиях в основном,
но и в незначительных вылазках за город. Ботинок Polar DX. Рекомендую. Ну и, наконец, одна из самых популярных моделей последних лет – это Loam 2 Knit DX. Ботинок классического трекингового форм-фактора, сверх которого выполнен из искусственной кожи разработки фирмы Halsey, которая специально приспособлена для использования при низких температурах. Она гораздо легче переносит агрессивную городскую среду, будь то слякоть, мокрый снег, который в условиях зимы мы очень часто можем наблюдать на наших улицах. При этом при низких температурах эта искусственная кожа сохраняет великолепную гибкость и не ломается. Ну что говорить, инженеры Halsey. Заглянем вовнутрь. И там мы увидим утепляющую подкладку в сочетании с флисом, что дает возможность использовать этот ботинок при температурах до минус 20. Агрессивный протектор подошвы позволяет использовать этот ботинок как в городских условиях, так и в вылазках за город. Это настоящий неубиваемый паркетный джип для городского жителя. Ну и перенесемся немного вперед. В межсезонье, потому что с зимними ботинками мы закончили, и в то время, когда наступает осень, а впереди у нас весна, то самое знаменитое межсезонье, на сцену выходит великолепный ботинок Felis Low, верх которого выполнен из софтшелла с использованием мембраны DryMax. Он легкий, прочный и защитит вашу ногу от всех климатических коллизий, которые могут наблюдаться в межсезонье. Весной дождик, там вот это вот слякоть и прочее. Соответственно, агрессивный специальный протектор позволяет использовать этот ботинок как в городе, так и за городом. Но это еще будет весной. Но к весне уже нужно готовиться прямо сейчас. Что еще хочется сказать про ботинки фирмы Halsey? Как вы заметили, все они используют мембрану DryMax. DryMax – это разработка фирмы Halsey. DryMax, как и все мембраны, она делится по областям применения. Есть специальные мембраны для одежды, есть для спортивной одежды, для беговой одежды. Есть мембрана, которая используется только в ботинках. Она отличается от всех вышеперечисленных повышенной износостойкостью, которая позволяет сохранять качество мембраны на продолжительное время, столько, сколько вы их носите. Пока не сносите, мембрана будет работать. Еще один момент, на котором хотелось остановиться, это очень комфортная колодка. Колодка в этих ботинках, в отличие от многих европейских брендов, широкая и подходит практически под все ноги. Но что тут говорить? Рассказывать можно много, нужно мерить. Поэтому приходите к нам в магазины, смотрите, спрашивайте, примеряйте. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики. С вами был я, Алексей Вавилин. Мы с вами еще встретимся. Вы будете первые, кто узнает о наших новостях. Пока. Рад был с вами видеться.